Здравия желаю, братья и сестры. Да, уж с самого начала дикция не задалась. С вами, как всегда, Тенкер Кейн. Мы продолжаем проходить в Painkiller Overdose. На очереди у нас второй уровень третьей главы под названием «Деревня проклятых». Так, статус карты. Найдите уровень... закончите уровень, используя только Razor Cube and Boon Gun. Я понял, все. Ну, попробуем, ладно. Но это, скорее всего, сложновато будет. Так, карты стандартные. Все. Подожди-ка. Я хотел протестить, можно ли вставить вот эту карту. Давайте-ка попробуем. Если выкинет, то все станет предельно уже ясно. Ага. Ну что ж, с картами теперь предельно ясно. Можно только нижние вставлять. Ну да черт с ними. Начинаем. Всем приятного просмотра. Хорошие люди здесь живут, как видно. Да, деревенщина гребаная. Так, чтобы экономить патроны, надо этот максимально ближе подходить. Баба-яга, что ли? Нет, какие-то кубидоны. Я все правильно понял. Этот священник только что вернул демона в жизни, то есть к полужизни, точнее, к полусмерти. Ладно, черт. Мне нужны патроны для моего бунгана. Ай, тварь. Отравили, сволочи. Эти боги чистокровные демоны. Нет огонька. Гаденыши. Как до них достать теперь? Стой. Сраная ведьма. Одна готова.
Отлично. Гребаные призраки. Где патроны для моего бумгана? А вот они. Короче, ой, бумган оставлю для более сильных противников. Для вот таких, например. Поцелуй меня в полудемонский зад. О, вас давно не было. Не хочу сейчас душу подбирать. Кстати, музыка из этого, из самого вступления игры. Он сказал: мама? Поцелуй меня в полудемонский зад. Опять ты. На вкус как курятина.
А, я понял. Поцелуй меня в полудемонский зад. Что-то у вас многовато стало. Какая боль. Ого. А, я понял. Довольно скучновато уровень, честно говоря. Но самое главное, я выполнил задание. Точно. Так, страх. Ваши враги... Видимо, это... Я не знаю, что-то связано со здоровьем, в общем. Ладно. Продолжим в следующий раз, а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы в комментариях. Также не забывайте делиться с этим видео с друзьями. А еще вы можете подписаться на мои социальные сети в описании к видео. Всех целую, всех обнимаю, всем до встречи, всем удачи. Берегите свое здоровье и помните, один путь, одна цель.